Вы же помните пинателя, есть такой пинатель, есть гражданин, что у него там в голове творится, профильная медицинская организация, ответственная за состояние психическое, психиатрическое, дает свое заключение. Да? Человек осужден тем-то, тем-то, там, с правработами, если не ошибаюсь, 15% там удержали. Я, к сожалению, был в тот момент в отпуске, был мне руководитель полиции, занимался этим. Ну, 2-3 дня, буквально 2-3 дня работали группы, прям смотрели, женщины ходили, искали, смотрели, мониторили. И вот личным сыском, с поддержкой населения, конечно, выявили лицо и применили к нему сразу все меры, предусмотренные законом. Согласен, такой вопиющий факт. Не должно быть больше такого. Ну, совершенно верно. Но все равно ему же задавали вопросы, ну, то есть ваши сотрудники в том числе. Он как-то же это объясняет, даже если он, ну, я там могу сказать, даже если он идиот. Там, мы с вами можем сказать. Ну. То, что объясняют граждане, ну, иногда даже не говорится в определенных кабинетах, понимаете, да? Человек такой, что у него там в голове было на тот период, когда он находился под воздействием определенных мыслей, состояния, ел, пил. Никто не предугадает. Ну, мы надеемся, такого больше, конечно же, не будет, такого пинателя. Ну, и за ним мы, конечно, присмотрим еще.